Внимание! Смена декораций. Набережно-Челнинский театр кукол, как и Татарский драмтеатр, переедет в новое здание уже в этом году. Об этом стало известно сегодня нашему телеканалу. Учреждение культуры сменит локации друг за другом. Однако прежде предстоит подготовить проект реконструкции здания Татарского драматического, чтобы оно отвечало требованиям кукольников. Подробности у Любови Захаровой. 27 миллионов рублей – столько предполагается выделить на капремонт здания, которое сейчас занимает Татарский драматический, под нужды театра кукольного. Последний уже 32 года базируется в приспособленном здании школы. Интерьер почти все это время остается неизменным. Фойе с выставкой кукол, некогда участвовавших в спектаклях, длинный коридор с фонариками, который ведет в зрительный зал с бордовым занавесом. Работать здесь коллективу остались считанные месяцы. После планового переезда Татарского драматического государственного театра в новое здание, здание должно быть передано нашему театру. После этого возможно приступить к ремонту кровли, коммуникационных, инженерных сетей. И, соответственно, подготавливать проектно-сметную документацию мы должны сейчас в этом процессе, техническое задание. Над техническим заданием предстоит подумать серьезно. По площади нынешние здания обоих театров одинаковы – более 2000 квадратных метров. Но главной сложностью будет сцена. В драмтеатре она неординарная и расположена под углом, что неприемлемо для кукольного, декорации которого должны скрывать работу актеров от зрителей. В театре кукол это колосники, это большой карман, так называемый, сзади, это уровни, с которых строятся декорации. Вот эти моменты должны быть учитаны. Надеются кукольники и на увеличение количества посадочных мест в зале. Однако это станет понятно уже после проектировки сцены. Полноценное помещение появится у декораторов, костюмеров, а также расширится бутафорские и художественные цеха. Сейчас в коллективе кукольного театра около 100 человек. Можно сказать, что в здании школы кукольники играют последний сезон. Летом сюда, в здании Тадрама, придет ремонт вместе с реконструкцией. А осенью Набережно-Челнинский театр кукол наконец отметит свое долгожданное новоселье. Что касается здания, которое освободится после переезда кукольного театра, то, как нам стало известно, в исполкоме рассматривается вариант его возвращения в систему образования. После проведения капремонта здесь может открыться новая школа. Любовь Захарова, Радик Ганеев, Челны 24.